Здравствуйте, это Катя, это канал Bad Girl, это игра The Last of Us. Ой, как я с ней намучилась, вы бы знали. Так, а чё, продолжить нельзя? Ой, беда, огорчение. Так, да. Ты справишься? Да легко. А можно не зависать? Ты только что скомпилировал шейдеры. Час. Мы поменяли дрова. Я не введу. Час прошел, алло. Я не подведу. Не подведешь, конечно. Ладно. Коллеги, мы час потратили на то, чтобы игра нормально работала. Игра не работает нормально. Шо за нахрен? Ведь не только я слышу, да, этот косяк по звуку? Билл. А чё я, собственно, бегаю-то? Господи, а чё с картинкой? Хотя чё я спрашиваю? О! Це моё. Господи, что с игрой, ну? Дай знать, когда будешь готов. Я крикну. Что ты орёшь, господи? Напугал. Ой, господи, Фрэнк. А? Как будто собака порычала какая-то. Так, а можно мне аптечку? Вообще, Билл, ты вряд ли найдешь эту записку. Ты слишком труслив, чтобы выбраться сюда. Но если ты ее все-таки нашел, знай, я тебя ненавидел. Я устал от твоего упрямства и этого чертова городишки. Я хотел жизни большего, а ты не мог этого дать. Ничего необычного, да? Да, тот дурацкий аккумулятор, которым ты ныл, он у меня. В чем-то ты был прав. Попытки выбраться из города меня погубят, но это лучше, чем киснуть с тобой. Удачи, Фрэнк. Ну, такой себе, конечно. Молодой человек. Ля, понять не могу. Что происходит со звуками? О! Сори, не заметил. Ой, конфетка. О! Дико извиняюсь. Вы просто померли. Блин, нельзя топтаться на людях. Что за звуки? Блять, эти соседи. Так, ну я больше ничего не вижу. Ой, не туда. Так, я вроде все собрал. Готовы? О, готово. Все, мы готовы. Так куда ты аптечку в руку взял? Билл, навалились. Билл говорит, навалились. Навалили. Пусть она сядет. Кто? Она села. Я уже сижу. Ну, просто... Поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. По-моему, не надо резко отпускать. Я, конечно, не эксперт в механическом этом КПП, но ладно. Говорят, отпустить, значит, отпустить резко. Жми! Выживай! Да, косяки по звуку, косяки по картинке, это, конечно, да. Осторожно, там еще! Дерьмо. Она совсем рядом! Бляха! Ты что, охуел, что ли? Блядь! Ты смотри, сука какая. Так, побежали.
Ой, заебись. Ой, сука. Ах ты, сука! Это моя дочка! Блять! Я, конечно, извиняюсь. Игра, можно не зависать, да? Ну, хоть секунду. Я не могу бороться, когда ты зависаешь. Время направо. Едем к холму в конце улицы. Чё-то ты в прошлый раз этого не говорил. Там ещё. Осторожно. Дерьмо. Блядь, где оружие нормально? Блять, почему косяк по звуку, сука? О, нихера. Бля, не! Я не понимаю, что за косяк со звуком, с картинкой? Что, блядь, происходит? Что за хуйня? Ой, сука, посмотри. О! Ебать, по шее получила. Билл, ты можешь стрельнуть? Командует еще. Просто скорки, пустим их. Прямо за домом. Бля, не пустим. Бля, смотри, щелкун. Виновата, блядь. Хотите быстрее? Если доберемся до склона, просто с горки пустим их. Прямо за домом. Справа. Блядь, где? О, нихуя себе. Можешь перезарядить? Бля, Билл, ты гений. Времени в обрез. Навалились. Подожди валиться. Ты патроны забрал? В обрез у него времени. У тебя что, патроны лишние? У нас и так ничего нет на этом уровне сложности. Что такое? Мне бы, конечно, подлечиться надо было. Я тебе жизнь похабил. Сам справится. О, блядь! Ты чё, охуел? Вообще, что ли, охуел? Ты посмотри, что делает, а? Подожди. Это да, едем к холму. Надо было подлечиться просто. Элли, готовься. Все, Элли, заводи. Слышишь звук, Белый? Это значит, что зараженный... Ничего это не значит. Жми, жми, ребенок! Я живой! Малышка!
Пирожки! Фух! Все, хорош! Стоп! Не ори на ребенка. Элли, не глуши мотор. На всякий случай. Из-за нее мы чуть не погибли. Не из-за нее. Не надо винить во всем ребенка. Она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Любовника. Это тяжело. Партнера. Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города. Спасибо, Билл. Тебе, кстати, удачи выжить. Не факт, что ты выживешь. Мы тебя там располошили всех просто. О, гроза. Лицо просто потрясающе бодрого человека. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без тебя понять? Что еще валялось? Немножко скоммунизила. Добро чужое. Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Да, кассеты. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О, а вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму. Ой, страницы слиплюсь. Да я над тобой стебусь. Ну все, лети. А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Следующий кадр. Это я в машине. Пассажиром. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ну, походу, пешком. Ладно. Что-то, блин, она зевнула, и я зевнула. Боже, какой красивый кадр, как я его обожаю. Эй! Прошу, помогите! Мы ему поможем? Нет, мы ему не поможем. Пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Ай, как! Ребенка не бей! Такие дела. Такие дела. Я в порядке, в порядке. Это хорошо, скорее. Это хорошо. Иди сюда. Отцепись, недоносок! Ты шо, охуев? Джоэл! Ты шо, охуев? Не, ну пацан, тебе не жить. Больно же? Oh!
А-а-а, как хорошо. Кусай. Я тебе покажу. Ну, сука. Ну, сука. Я тебе сейчас, сука, дам. Посмотри, что творит, а. Мой ребенок. Что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Отлежи! Охуец. У меня оружия-то нет. Пиздец, да? Ну, не, 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 не хуй у меня. Да, блять, а. О, блядь! Блядь! Да! Патронов нет, ничего нет. Что делать? Сколько надо заплатить? Один, что ли, остался? Где он? А, входит, обходит, смотри. А, подожди. Подожди, подожди, блядь. Да подожди ты, сука. Ой, блядь! Патронов нет, патронов нет! Дай. Чё даешь? Там сидит, смотри. Блять! Надо было драться с ним. Гений просто. Бляха, муха. Ждем, короче, когда этот придурок подойдет. О, неплохо. За ним могут подойти. Я пошел! Ты крою! Да, блядь, стреляй ты! О, неплохо. Кто стреляет? Где стреляет? А, господи. Ага, есть. Двое. Давай. Есть. Давай со мной, со мной. Блять. О, здорово. Бля, там кто-то еще есть. Где ты прячешься? Вы что, потеряли?
Смотри, потерялся. Блин, еще чуть-чуть. А что ты? Может, по-хорошему договоримся? Договоримся. Договорились? Нормально? Все устраивает? Так, а мы вроде все... Это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Подожди, валить-то. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь. Как бы да, нам что-то надо. У нас вообще ничего нет, посмотри. О, о! Супер. Есть хоть оружие, хоть какое-то. Так, ну вроде... Ой, что там такое лежит? Нет места. С этих дураков даже ничего не попадало. В этих штуках тоже ничего нет. О! Что, ты аптечка, что ли? Да ладно. Вот и дают, а. Или конфетка? Конфетка. Что-нибудь видишь? Нет. Ой, стоп. Так, а я что-то могу скрафтить? Заточку. Так, кстати. Опа. Чего открыла? Зря открыла, получается. Да что такое? Все пустое. Я так полагаю, на более высоких уровнях, ну, на более низких уровнях сложности оно все полное. Верстак бы нужен. Ага, потому что здесь оно все пустое, и это прям, да, чувствуется. Опа. Неплохо. Смотри, там внизу. Как будто лежит заточка. Но взять я ее как будто не могу. Можу. Или не могу. Вот, блядь, зашибись. Спрятали. Смотри. Смотри, нет. 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 А там был значок. Но его как будто нет. Заебись, да? Ловко. Блядь, появился. Пропал. Да что такое? Эли, подожди, проблема. Под определенным углом. Оптимизировано, конечно, прям зашибись. Так. Давай. Давай так, только аккуратно. Поищи что-нибудь, что можно подпереть. О, тут столько всего. Эмили! Пожалуйста! Да. Ну, давай! Все, опускай. Так, держу, держу, держу. Опускай, опускай, опускай. Пальцы, пальцы, аккуратно. Все. Смотри. Еба. Еба. Охотники. На их месте могли быть мы. Епа. Да хорошо, что мы их убили. Сколько людей здесь погибло. Это что такое? Надо было разворачивать машину и валить. Дымовая бомба? Мы выжили. С трудом.
Уходим отсюда. Сахар и взрывчатка. Улучшает противник при взрыве в пределах небольшой области, выпуская облако дыма. Что такое? Напильник? Эй, напильник. Ну, напильник. Так. Опа. Ну вот. Так, конечно, непонятно. Угу. Так, 5 августа, наверное. Обувь 4 штуки, куртка разная одежда 6 штук, шины 4 штуки, разные медикаменты 2 штуки, фляга 6 августа, обувь 2 штуки, разная одежда 3 штуки, рюкзак, консервы 3 штуки, сухой паёк 4 штуки, 7 августа, обувь 4 штуки, куртки 2 штуки, разная одежда 7 штук, сухой паёк 2 штуки, 8 августа. Ничего, все гоняются за этой психопаткой. Не понял, за какой? Эуч. Так, а вот тут бы аккуратнее бы. Surrender your weapons. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Вот. Немножко узнали о Джоэле. Да. Значит, ты убивал невинных людей? Ведьмака включил такой. Понимай, как хочешь. Ляха-муха. А как чутье включается? А! Подожди. Это да? Вроде тихо. Вроде тихо. Стреляю без предупреждения, по выжившим стреляю дважды. Похоже, здесь эти козлы спят. То есть спали. Так, а что такое? О, глава 2. Прием оказания первой помощи в полевых условиях. Наложение шин. Шины предназначены для фиксации травмированной части тела. А бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла, бла-бла-бла-бла. Аптечки улучшены. Эффективность аптечки повышается на 33%. Окей. Гуд. Так, а тут две двери. Одна ведет на улицу. Ебать! Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Ебать. Ебануться. Туфли гнутся. Так, а что там наверху? Вот мост. По нему мы выберемся отсюда. Какие мосты? Чё? Элли, не спеши. Подожди меня. Подожди, ребенок! Что тебе? Я здесь. Ебать, что делает, а? Давай я пойду первым. Подожди, я не все осмотрел. Не шуми. Тут еще целая дверь. Блядь, тут верстак вообще-то. Так, приступим. Ребенок, стой там, никуда не уходи. Батя года. Так. Нормально подходит. Во скорость. А, е. Задробаш.
Скорость, дальность, емкость, скорострельность, отдача. Скорость перезарядки, отдача, емкость магазина, скорострельность. И все? Квела анимация какая-то. А, еще я отдачу могу делать еще? Куда смотри? Или емкость, емкость, наверное. Ты смотри. Мастер на все руки, да? Я что-то присобачил туда. Так, ну все. Да? Да, очень даже. Так, а тут есть что-нибудь? О-о-о. Неплохо. Так, тут вроде ничего. Здравствуй, Элли. Это я. Пойдем. Я могу свистеть. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Дикие звезды, гелиосфера. Я тоже умею свистеть. Кто не умеет свистеть? Напишите в комментариях, умеете вы свистеть или нет. Посмотрим, сколько нас умеющих свистеть. Подожди, это пистолет? А, ну пусть будет пистолет. С другой стороны. Что произошло? Я что-то нашел. Еще попробуй заметь, ты посмотри. Это твои друзья-охотники? Мило. Нет, я думаю, что это солдаты. Вообще... Зачем убивать людей? Вообще не мило. Всем не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Логично. Убить нескольких, чтобы спасти... Вы умрете раньше нас, спасибо. Это отстой. Спасибо, что рассказали. Да. Так, блин, а как лутаться, когда не видно лута? Так бежишь мимо. Хорошо, если заметишь. А если не заметишь? Как лутаться, если не заметишь? Ебать. Что это? Не знаю. Или пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся. Ты же все пули в молоко всадил. Чё-то их много. Лучше в тебя. Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Или сама беспалевность просто. Куда они делись? Должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще турист. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Угу. Пизда. Вот. Это спасибо. У меня один остался. Тише. Выйдешь, нет? Че чихнул? Простите. Я случайно выстрелила.
Случайно чихнул, прикинь. Бывает же такое, ну. Ладно, чихнул случайно, так еще и выстрелил. Это что такое? То интересно, но мне надо. Или не надо? У меня вдруг что лежит полезное? Ну ж надо так чихнуть во время того, как я прицеливаюсь. Надо как-то поднять настроение. Готов? Давай. Все люди в мире братья. Просто старшие бьют младших. Я сейчас не понял. Это что за приколы? Что это? Анекдоты. Шутки в сторону. Часть вторая. Уилл Ливингстон. Пойдем дальше. Нет, дальше... Что делал слон, когда пришел Наполеон? Ну-ка. Ел траву. Ага. От чего плавает утка? От берега. Вот. От берега. О! Я молодец. Почему верблюд не ест вату? Ну-ка. Потому что не хочет. Логично. Писатель говорил, умираю, но не сдаюсь. Так. Ой, нет, не так читаю. Погоди так, еще разик. Ну-ка, давай. Писатель говорил, умираю, но не сдаюсь. Да. Все испортила. Не-не, все нормально, хорошо сказала. В чем главная проблема брака? Ну-ка. Слишком много женатых развелось. Тупая шутка. Хорошая шутка. Ты сама понимаешь, о чем это? Хорошая шутка. Неважно. Вот и все. Больше нет. Хорошие шутки. Ищи другую часть. Ля, чихнула от души просто. Так, ну тут нет ничего, Эль. Пойдем. Что-то мне подсказывает, что это хреновая идея. А мост ведь далеко. Да. А мост ведь далеко. Далеко. Дойдем. Я решила два раза повторить для тупых специально. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Хватит нести чушь! Отдайте нам пайки! Там чушь была написана просто. Не знаю. Отдавайте паёк. Угу. Те гнилые отродья червивого дерьма выбили нас с высоты трой и даже ухитрились спереть один из минометов. У нас попросту не было шансов. Теперь эти гады держат под контролем всю реку. При отступлении мы потеряли половину отделения. Молю бога, чтобы Джереми и Пэм остались живы. Мы попали в окружение на том берегу. Остались живы, да. Остались. Молю бога, чтобы остались живы, да? Ва-я! Вот это все. Почему им не давали еду? Не хватало. Еда заканчивалась. Хотя чаще ее просто не выдавали. Вот такие дела. Просто не такого никогда не было. Но в других местах сплошь и рядом. Так, а что там? Что-то закрытое? Мне туда надо. Просто я люблю что-то закрытое. Нет, не надо. Понял. Quarantine zone. Продажные ублюдки. Так, а почему ты пистолет достал? Чуешь угрозу? Что-то про Старков пишут. А, вы умрете раньше нас. Ага. Умрем, конечно, куда мы денемся? Слышу охотников. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Всю ночь гонялись за этим туристом. Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, злющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да. Блять, пока сменишь. Зарабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала стрелять.
Эта дура могла уйти, но нет. В итоге двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой, переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Наконец-то, блядь, аптечки есть. Я пока не понял, куда она. Па-па-па-па-па-па. Годится. Тише, тише. Кот на крыше. Босс говорит, нам пора расширяться. Босс новый, трёп старый. Он говорит, у нас теперь достаточно людей, можно расширять периметр. И что нам это даст? Не знаю. Может, бензин найдем, еще генераторы запустим. Я хочу проектор починить, кино посмотреть, все дела. Я слышал эту фигню про расширение не раз и не два. И каждый раз, когда мы пытались это сделать, нас убивали. Почем знать? Может, получится. Не очень-то на это надейся, малыш. Дольше проживешь. Разбрелись. Ой, тут, конечно, нужен стелс. Я что-то прям боюсь бороться с ними. Сейчас начнешь воевать, они все прибегут. Опа. Ага, хуй там. Господи, блядь, пока разберешься, троечка. Что, не видит? Смотри, реально не видит. По-моему, нас там видит. Есть. Блять. Видит, нет? Труп! Турист объявился! А чё ты? Он же про труп сказал. Тебе все равно? Но с другой стороны, кто я такая, чтобы тебя осуждать, конечно. А, вон он ходит. Ну, как далеко. Как далеко. И не хочет сюда. А, так там наверху еще кто-то есть.
А где? Кто где видит? Почитать решил. Полковнику Маккензи сказал Атланта: «Сэр, за 14 месяцев мелкий мятеж превратился в кровавую баню. Мы понесли огромные потери, уже практически не контролируем зону. Если мы останемся, нас попросту линчуют». Мистер. Такое ощущение, что где-то здесь. И ты все наверху ходишь. Блин, а нифига их как много. Я тут надолго. Камера упала. Боже мой. Камера упала. Не падай, дурочка. Куда ты смотришь? Что такое? Джоэл у меня мистер беспалевный. Так, короче. Дело к ночи. А можно, ну как бы, сохранить пока что игру и продолжить в следующий раз, я не знаю. Или сейчас поставить на паузу и вернуться. Так, сейчас вернемся. Так, ну что? Чего только не было в сегодняшней серии, понимаете? И чих контрольный, и падение нравов. А вон он ходит. Игра подвисает чуток. Он видит и не видит, посмотри. Ушел, получается. Вообще беспалевный чел. Блин, палец болит. Неплохо. Блин, а я там еще чувак ходит. Не, можно, конечно, сейчас прикинуть. Бляха. Вот это я прицелилась, конечно. Никого? Никого. Ты прав, никого. Черт. А чё, в смысле, нет никого же? Чёрт! Сука.
Ой, игра начала зависать. Давай, он прикроет. Ой, нет. Еба бегут, смотри со всех сторон. Ух ты, сука. А кто тебе сказал, что так можно? Подожди, блядь. Ё-моё. Бля, ебануться. Ой, Элли, спасибо. А чё за... Чё вот по звуку? Ну-ка, запись нормально идёт? Нормально идёт. По звуку-то чё? Где? А! Так и нехай сидит, господи. Тут еще, блядь, есть, смотри. Ты за это ответишь? Я? А ты куда? Посмотри, убежал. Да ёб твою налево. Так, извините. Ух ты, господи. А чё? У него кукушка! У меня тоже. Не упусти! А ты кому сказал не упустить? Понял. Прикройте, я выдвигаюсь! Давай. А куда? Заебись, патронов нет. Бля, пиздец. Держи огоньку. Бля, ебать нахуй. Ебануться, а чё? Туфли гнутся, у нас оружия нет. Давай. На что? Один? Блядь. Заебись. Заебись, сразились. Вообще прям хорошо. А, ну хоть с этого места. Подожди. Куда? Блядь, сядь. Смотри, ну, в принципе, вот с этим оружием нормально должно быть. Но надо так выстрелить, чтобы выстрелилось. Надо, чтобы он остановился. Блин. Я могу сделать коктейль Молотова? Блин, не могу. Так бы хорошо их поджарило, конечно. Что-то их много на втором этаже. Блин, там еще этот идет. Здесь этот, там те. Печально. Только есть, конечно, проблема все равно. Какая проблема, спросите вы? Не хватит патронов, этих стрел. На все про все. Но то, что его убили, это прям шикарно. Шума не поднял, кстати.
Нет, ничего не заметил. Блин, это далеко. Прям как будто, да? Думала серию покороче сделать. А что покороче делать? Надо брать и брать. Далеко стоит, сука. Вон, видишь, как отходит. А? Черт, ты слышал? Сука. Тебе показалось. Да, лук так далеко, это прям далеко. Ничего нет. Ну, конечно, ничего нет. Ни мозгов, ничего. Вы спросите, почему сюда? Хрен его знает. Ой-ой-ой. Там люди повешены. А я вообще чё сюда пришла-то? Чё вообще звук заедает опять в игре? Вот вроде уже не должен, а заедает. Чё пишет? Ещё трое мертвы, сколько можно, сдавайтесь. Ага. Ой, а мы чё, прячемся, да? Просто я-то нет. Посмотрим, куда он ведёт. Кто? Ну-ка. А что-то нам, может, и не надо, да, с ними драться? Хорошая идея, кстати. Походу, плохая идея. Или хорошая идея? Лежи, лежи, лежи. Опять они. А, не, нормальная идея была. Не воевать с теми чуваками. Там, конечно, патронов много. Ничего. Вроде нас не видели. Это да. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. Не будем терять время. Пошли. Подожди. Что значит не будем терять время? Смерть во имя свободы. Без вариантов. Без вариантов? Переводчик в деле. Подожди секунду. Смерть во имя свободы? Смерть за свободу. Извините, вольный перевод. Кто худой? Это ж манекен. Раньше ведь было много еды. Ну да, но некоторые старались не есть. Да, чего? Кстати. Фигуру берегли. Красоты. Угу. Идиотизм. Согласна. Полностью с тобой согласна. Нет, я не допрыгну. Да? Ты не допрыгнешь? Подсади меня наверх, я положу доску. Почему все зависло? Подсади меня наверх, говорит, я положу доску.
Зачем мне подводная лодка? Узнаю, что там. Понял. Это еще что? Опасное место. Ребенок так спокойно сидит. Стрельба вокруг происходит. Что-то происходит. Я такая, да пофиг вообще. Я не понял. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Ну ладно. Через отель? Через какой? Через этот? Отель Гранд, типа? Клади доску, как они. Меня плод, кстати, не выдерживает. А что там есть? Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Опа! Фу, ну и вонище. Да, дерево прогнило. Ты что, тут уже? А ты часто бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Вот тряпочка. Да, блять, ну вот я же вижу эту тряпку. Игра. Игра все-таки багованная. Ой, какая багованная. Что там было? А, нет места. Угу. Good food. Нам бы лишь бы повоевать. Отличный кофе с 1976 года. Ну и хорошо. Так. А чё, нам куда, ребёнок? Нам туда. А там чё, подожди. Господи, крыса. Ух, нихера, тут этажи. Смотри, записочка. Могли бы не прочитать, между прочим. Сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. Я подготовил тоник с припасами в Regal Apartments. Он отмечен красным крестом. Regal Apartments. Ой. Нет, с одной стороны, мы живы, да? Нам не пришлось воевать с этими чуваками. Но с другой-то стороны. С другой стороны, мы столько лута упустили. Я прям кручинюсь. Понял. Вопросов больше не имею. А там в окно можно выпрыгнуть, если что? Можно, смотри. Видала? Иди вперед. Иди вперед. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. О, что написано? Надпись на одежде нет на знаке, указывающем дорогу к конторе порта, полицейскому участку и администрации. Тут все чисто. Спускайся. Как ты это понял? Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Опа, а тут сейф.
А где-то есть записулька к сейфу? Как бы туда залезть? Это мы залезем. Нам нужна записулька к сейфу. Что такое? Давненько я не пил кофе. Я думал, самогонный аппарат этот. Прикиньте. Я думал, стоит самогонный аппарат. Лухарь отель просто. Это нести, это подожди. Где пароль от сейфа? Где пароль от сейфа? Слушай, она с нами на этом месте, кстати, сохранит? Может, мы тут и останемся? Пока безопасно. Нет, серьезно, где пароль от сейфа? Игра, я понимаю. А где пароль от сейфа? Ты понимаешь, игра? Где там это? Лучший работник полумесяца Макдоналдс? Вот это где? Я бы хотела остановиться на одну ночь. Да, пожалуйста, в лучших апартаментах. Да что ты несешь? Да-да, спасибо. Отнесите наверх. Странная ты какая-то. Нормальная она. Ребенок, в конце концов. Так, подожди. И это сколько часов? 16:40. Это 12 с чем-то. Это 15 с чем-то. 16:12:15, может, попробуем? Тихо. Подожди. Да подожди ты. Тупой вообще сейчас вариант. Угу, тупейший вариант. Короче, где-то должен быть пароль, понятно. Где-то должен быть пароль, но я его не вижу. Так, да. Да, здесь мы можем остановиться. Все, на сегодня тогда останавливаемся. Сейчас время сколько? Ну да, нас вроде сохранило. Так, на сегодня все. Всем пока, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Вот это вот все.